Говорят, она член сосет, еще страдает ебатней какой-то. Решила вдруг зайти ко мне, с чего это? В 12, считая ночью, взяла, разделась вдруг. Что же она хочет? И пусть только заикнется, рот свой откроет, тут возьмет. В прихожей или позже, на кухне, на столе предложит. Как это может при мне вытворять такое? Хотя не, наверное, тут что-то другое. Первый раз кончил нормально, чисто цивильно. Джинсы ей запачкал, она расстроилась сильно. Второй раз, когда воткнул свою заточку, она сказала, что походу я задел ей почку. После ночки со мной она слезла с кровати и сказала, что между ног у себя теперь сможет машину прятать. Я так и не узнаю, наверное, до конца своих дней, за что в деревне меня называли убийцей лошадей.